ребят. Вот и настал этот долгожданный понедельник, когда Яна собралась. Неподалеку есть у нас такой лесок, где можно отлично побегать. Свежий воздух. Вот там вот мы живем. Яка, как твои ощущения? Ой, не спрашивай. Устала, потому что у меня все болит здесь. Первый раз сколько времени выбежать. Надо поджимать. Надо подкачаться, надо подкачаться. Не, ну тут, конечно же, новые кроссовки купила, не отвертися. Янка, ну давай, шибше, быстрее. Раз, два, левая, правая, раз, два. Нет, вот я и проверяю стабилизацию заодно. Не будет. Давай, Янка, спорт мой наркотик. Саш, ну нахера ты смешишь? Давай, что появилось 6 кубиков. Хорошо. Вот это раз, два, три. Все, отстань, молком это не снимай. Раз. И два. Три. Вдох-выдох. Не дает нормально заниматься. Вдох-выдох. Похудела, блядь, отвлекает. Мне в лапе все время ходит. А для чего это? У меня пресс напрягается немножечко. И руки, да? Получается, спина должна быть тоже. Конечно, у тебя... Ну так. Да. Бегала в парку тысячелетия. Тысячелетия он произносится. Я в автобусах ездила на работу, каждый день его проезжала. Огонь. Круто. Вот в 9 часов мы попадем на ту самую-самую верх. Ребят, в общем, взяли такие билеты. Это получается на Sky Tower на 9 часов. Получается, один билет 16 злотых стоит. Я не знаю, вроде как говорят, там только можно находиться всего лишь 15 минут. Не знаю, посмотрим, проверим. В общем, идем искать выход. А где этот? Да. О, тут боулинг какой-то, да? Какой-то? Боулинг. Что-то я не вижу тут никаких входов, выходов. О, привет. С высоты птичьего полета, да? Только это будет 9 часов. А сейчас у нас 7:30, еще полтора часа. Иди на морковку. Давай. Давай. Прыгай. Я, ты прям на зайку похожа. Схожа. Да нет, это ты резко, ты шо? Это ты слишком резко. Гейм омер, только две морковки.
Да нет, то не працюю. Давай вот эту вот, да, на вещь иди. Не знаю, выбирай. Рукой, может, выбирай как-то. Вот, может, на этот, на цель. На этот. На прицел, может, как-то нажми. С этой стороны рукой на прицел. Прямо, чтоб было. Во. Вон тебе даже девочка помогает. Ну как, ты довольна? Да, довольна. Давай сколько сделаем. 15 злотых. Давай. А как она выглядит? Вау, круто. А кто делает? А, я понял. Одна фотка 15 злотых? Да, большая, маленькая. Так давай вдвоем. Ну, давай. Хорошо, погнали. Ты выбрал или нет? Не. То у нас времени особо много. Вот это или вот это? Может это? Вот это.